Всем здорово, пацаны, ребята, девчата, мы продолжаем проходить Безумный Макс, и чтобы нам продвинуться по миссиям, нам нужно построить мастера. Мастер — это модификация нашей машины. Нам для этого нужно... Так, двигатель у нас есть, нам нужно поставить броню. А чтобы поставить броню, нужно выполнить миссию классика пустоши. Давай посмотрим... А, это можно поглядеть, да? Как это будет выглядеть. Хорошо. Миссия классика пустоши нам нужно выполнить в этой части. Давайте посмотрим, куда нам для этого нужно съездить. И что нужно, что необходимо. Поехать в крепость Брюхореза. Угу, я тебя понял. Цели миссии. Хорошо. Но перед этим я предлагаю спасти нашего пёселя, съездить, вытащить его из остатков нашей прошлой базы. Ох, как хорошо. Как же мне нравится гонять в этой игре на машине. А где у нас находится... Давай, поехали, поехали. За собакеном. Святой, если ты хочешь заработать милость богов, можно прокатиться в смертельной гонке. Ворон от нас недалеко. Нет, спасибо, в прошлых частях уже катались. Пока что боли желания не имею. Зашибись. Кайфуем. Машине от этого очень плохо. Но мы установим обязательно на нее броню сегодня. Давай, давай. Там держись крепко, самое главное. А то, если посмотреть на то, как я езжу, вообще это все дело очень опасно. Как в космос запускаемся каждый раз. Управление потерялся, зараза. Ох, у нас машина страшная, конечно, стала. Очень страшная, жуткая, я бы даже сказал. Но это необходимость, чтобы нам выживать в пустоши, выживать в борьбе с другими машинами и конвоями. Это необходимо все делать. Место поживы. Здесь что-нибудь есть интересное? Чисто ломик. А сколько у нас металлолома? 1400, очень много, это отлично. Значит, пока не поедем. А вот пугалку по дороге можно рубить. Лишним не будет. Территория сжита, уровень угрозы понижен. Хорошо. Ребята, вам тоже вода нужна? Вы мне такие уже встречались, но прошлая наша встреча закончилось не очень хорошо. Я так ослабла, больше не могу. Девочки, конечно, давай. Девочкам воды. Давай, давай. Конечно. Жаждущий да напьется. Дайте воды скитальцу. Новый уровень славы водила. Я это запомню. Ну, на этом они еще какое-то время протянут. Мы помогли, и нам подняли уровень славы за это. Уровень славы, это, я так понимаю, у нас прокачка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прокачка, короче, популярности Макса среди этого самого. Здорово, чуваки. Как жизнь? Это уровень прокачки Макса, его популярности вообще на всей территории пустоши. То есть, если мы будем помогать людям, они пустят о нас слух, то вот тут местный герой ходит, всем помогает. Пол фляги у меня высосала девчуля, но я на самом деле не сильно расстроен. Я скорее наоборот. Очень рад, что могу кому-то здесь помочь, а не чисто всех давить и валить. Слезы наворачиваются, мой дом, моя молельня, мое святилище. Кто-то могло уцелеть. Ну, как будто бы вообще, ну, нихуя не произошло. Типа,
Не разрушено это все. Как бы нормально. Немножечко огонек горит и все. Мой багги, он еще жив. Крепче, чем кажется на вид. Мальчик! Ты живой! Нашел воду и еду. Хороший пес. Мальчик! Динки-ди, я знал, что он выстоит. Он живучий пес. Ты мой хорошенький. Прости, что Макс придурочный с этим жестянкой тебя оставили. Давай, залезай. Ты мой хорошенький. Как он выжил вообще? Кто горел он? Я отвезу его в крепость Джита, встретимся там. Хорошо, я позабочусь о машине, святой. Давай, конечно, безопасное место тебя отвезем. Мой ты хорошенький. Бедолага. Что-то пожрать себе нашел, что-то попить нашел. Вообще. Так, а теперь давай к Джиту. Да? К Джиту? Да. Давай к Джиту. На баги. А меня мучает вопрос, а мы сможем ему сделать такую же лежаночку в нашей машине? Вот в шедевре. Зубастым, клыкастым, чтобы он мог с нами гонять и, ну, вообще по всем заданиям участвовать. Хороший мальчик. Пес обнаружил минное поле. Пройдите в направлении, в котором он указывает. Ой, да ты мальчик, смотри. Смотри, мальчик. Минное поле нашел. Пес нашел мину, чтобы взять, подойдите к ней пешком. А, вот так это работает. Давай. Пешком подойти. Хорошо. Обезвредить. Давай. Три мины, да? Где еще хорошенький мой? Дальше. Поехали. Давай, дружок. Впереди. Понял тебя. Давай, Макс. Еще есть? Мальчик. Нет пока. Слева. Хорошо, давай. Давай, мой лапочка. Вот здесь где-то, да? Ага, чуть не наехали, блин. Давай. Отлично. Все, обезвредили минное поле. Ты мой хороший. Смотри. Какой молодец, а. Я не могу. Я хочу ему лежаночку сделать в нашей машине, чтобы он на нашей машине ездил с нами. Я, правда, не уверен, что он выдержит такие перегрузки, какие выдерживает жестянка, когда я разъебываюсь на этой машине с большой высоты. И не знаю, есть ли возможность такую штуку сделать. Но если есть, то я бы с радостью. Собакен, чтобы с нами ездил. Смотрите, сидит лапочка. Мы к Джиту, да, едем, да? Погнали. Слушайте, такая тоже неплохая машинка. Шустренькая довольно. Багги. Нормально, мы так разогнались. Ну, это можно поездить, короче, по округе, все минные поля пообезвреживать, да, я так понимаю, и это нам что-то даст. Давай, мальчик. Безопасное место. Завершить пес и багги. С возвращением водила, какую аппетитную собачку ты привез, поделишься? Не-не-не, не тронь его, Динки Ди, друг. Не надо его есть. Конечно, сука. О, теперь у вас есть багги жестянщика и пес, и вы можете без риска для жизни обнаруживать пустоши, мины и минные поля. Шикарно. Сидеть.
Ладно, говорит. Да, хорошо. Я вернул Багги и пса в крепость Джита. Думаю, там для них найдется применение. Да ты, Маковка. Шаг в сторону. Выполните задание пустоши Динки Ди. Новая биография пес. О, это ты мой хорошенький. Смотрите на него. Гав. Пес о себе может сказать только гав. Когда этот пес принадлежал шлему острому. Он один из немногих собак, которых еще не съели. Был гончий, гордостью шлема. Но когда Макс победил пса на крыше земледвига, разъяренный шлем выгнал зверя в пустошь на верную смерть. Ты мой маленький, теперь ты с нами. Сука, только попробуйте, блядь. Слышишь, как он фыркает и скулит? Пес что-то учуял. Значит, ты что-то сделал для Джита, и я должен этим восхищаться? Точно. Будешь Гастауни, полюбуйся на сияющего крикуна. То еще зрелище. Чуваки, вы, блядь, даже не думайте. Даже не смейте. Только посмейте посмотреть косо на моего собакина, блядь. Жрать нечего, жрите опарышей. Нехуй на собаку. Так, давайте, хорошо, давайте поедем теперь в крепость Брюхореза. Чтобы приступить к следующему заданию. А что это у нас показывается? Новое задание? Ладно, пока не будем. Давайте пока к Брюхорезу съездим. Брюхорез, ты у нас где? Ой, блять, вот там вот далековато ехать придется. Ну ладно, ничего. Прокатимся, в принципе, нормально. Это, кстати, смотрите, вот это у меня же ломик это было немного, но мы построили проект металлоломщики, и пока меня не было в игре, видимо, это металлоломщики мне все вот это вот количество налутали, 1500 ломика. Кто такое? Ты его указываешь. А, противник? А, нахуй. Потом разберемся. У нас сейчас задание. Так. Срезать можно? Я бы не рискнул вот там вот срезать. Это пиздец. Посмотри на это убожество. Сломать надо, думаешь? Ну давай сломаем. Вроде бы по пути. Поэтому почему бы не сломать? Давай. Бам. Полегче, ангел хрупок. Территория Брюхореза. Когда Брюхорез и его люди увидели корабль, который позднее стал их крепостью, у них уже не было сил, чтобы идти дальше. В течение последующих недель они поняли, что судно действительно спасло им жизнь, ведь на нем обнаружились запасы пресной воды и консервов. Понемногу расходуя это богатство, они нашли другие корабли, а на них другие ценные вещи. Земли, которые они исследовали, и стали территорией Брюхореза. Как старый торговец и бандит, Брюхорез знал, как извлечь максимум пользы из этой немыслимой ситуации. Поэтому он со своими людьми без устали разведывал новые источники ресурсов и обменивал излишки на нужные товары. Люди Брюхореза поставляют в Гастаун редкости. Между ним и городом установился шаткий мир. Но недавно помойка стал наводить ужас на соседние территории по приказу шлема острова. Теперь на этих землях полно отрядов и лагерей шлема. Я тебя понял. Тут как бы опасно, да, нам сразу сходу говорят. Здесь есть грифа. А сколько у нас очков грифа? Нам пора ли ехать к нему прокачиваться или еще не пора? Мы у Брюхореза, осторожно, святой. Он безжалостный, как Джит, но старше и подлее. Живет на развалине великой белизне. Его клан всякий сброд. Говорят, он предсказал возвращение моря. Ну, конечно, возвращение моря. А еще возвращение еды, ну, всего остального, воды. Понятно. Он специализируется на мощной стальной броне, решетках и разной защите. За все требует плату. Кто такое это? Кто-то по мне шмаляет уже.
Да, и снайпера тоже. Блин, короче, опасное место. Сразу видно. Тут меня выцеливают очень яростно. Здорово, со мной поедешь. Ай, блядь, как же это весело. Все, отлетел. Недолго музыка играла. Хорошо. Двигаемся к Брюхорезу. Ну, уже совсем другая локация. Заметно отличается. Крепость Брюхореза. Давай почитаем. Крепость Брюхореза построена из останков старого корабля в регионе Паленая Луна. Он убедил своих людей, что однажды океан вернется в великую белизну, и тогда они уплывут из этого кошмарного края. Брюхорез заставляет их упорно ремонтировать корабль, но при этом не забывает укреплять систему обороны на тот случай, если потоп не настанет. Просто разбитый корабль. Только на первый взгляд, для нас это разбитый корабль, а для них ковчег, который спасет их во время потопа. За свое добро они кому хочешь глотку вырвут. Ага, я тебя понял. Сейчас тут как бы нам глотку не вырвали. Отдыхай. Да, здесь прям очень много всяких проблем. Чувствую, нам нужно на территории Джита пока держаться. Мы там все зачистили. Там дела попроще идут. Все, что дорого каждому жителю пустоши, лежит на самом виду. Странно. Держи! Мы успеем их прикончить. Вот он, крошка граф де Карбюратор. Кто не помнит его хныканье и сморщенное личико? За такое тебя на части разорвут. Мы хотим заключить сделку. Больше нам ничего не нужно, Брюхорез. Выкладывай, карлик, пока я не прикончил твоего водителя. Это необычный водитель. О нет, он его мне послал сам ангел возгорания. Ангел? Мы говорим с богами воды. Мы хотим добраться до мертвого пустыря. Мой алтарь уничтожен. Он сгорел. Я потерял все, все. У меня ничего не осталось. А эту машину нужно лечить. Да, и усилить ее. Да, если позволишь нам остаться и заняться ремонтом, то я предложу свою помощь как механик. Идет? Давай рискнем, даю один шанс. Спасибо, благодарю, благодарю. Чужое добро не трогай, своего урода механика держи на поводке. Этот придурок на моем корабле не нужен. Владение Брюхореза, крепость. Требуется электронная проволока. Пока работай без нее, я найду тебе проволоку. Новая биография Брюхорез. Там ждет океан. Он готов обрушиться на эти земли и затопить их. Когда этот день настанет, мы будем готовы. И ветер славы наполнит наши паруса. Брюхорез — предводитель ржавого бастиона, заброшенного на мель корабля, который превратился в крепость. Брюхорез, как и все остальные, страдает от постоянных набегов помойки из Гастауна. Он управляет своими людьми, играя на их страхах и суевериях. Тех, кто находился на его проржавевшем корабле, он убедил, что они готовятся к тому моменту, когда море вернется и затопит великую белизну. Он так часто об этом говорит, что иногда и сам в это верит. Но больше всего он верит в необходимость выживать. Он готов на все, лишь бы остаться на плаву и разобраться с мародерами из Гастауна.
Они с жестянщиком давно знакомы. Брюхарец знает, что Горбун талантливый механик, но не доверяет ему. Хорошо, я тебя понял. А что мы можем здесь сделать? Найти электронную проволоку? Ну давай. Металлоломщики. Организуйте команду, которая будет собирать лом, пока игра выключена. Требуется подключение к интернету. Здесь тоже есть этот проект. Я тебя понял, хорошо. Тоже можно выполнить. Тоже можно выполнить. Электронная проволока. И чистильщики здесь тоже есть. Забрать проволоку. Хорошо, Макс. Пишем обратно. Установите все улучшения для мастера в гараже. А, здесь типа у нас как бы проволока нашлась. И мы можем сейчас... В гараже доступно улучшение брони... броня детка для мастера. Давай. Давай улучшим. Хорошо, отлично. Установка завершена. Движок поставим вот такой. Шипы нужно убрать. Мастер построен. Замечательно. Построили мастера. Миссия пройдена. Классика пустоши. Жестянщик назвал ее мастер. Эта модель будет еще на один шаг ближе к тому, что мне нужно. Гастаун по-прежнему остается нашей целью, но мы еще не готовы отправляться туда. Хорошо, Макс. Шедевр, священное тело, ангела возгорания, теперь ты явишься себя в облике мастера, сияющий, смертельно опасный и готовый ко всему. Он будет готов, когда мы добудем 8-цилиндровый двигатель в Гастауне, а может даже позже. Ему нравится, он, видите, кайфует. Ему нравится оттягивать этот момент и собирать машину постепенно, не спеша. Он именно от процесса кайфует, жестянщик. Ну, я думаю, и Макс в каком-то роде тоже. Так, подпиздим немножечко металлоломчика. Сложите небольшую груду лома, чтобы поспособствовать развитию крепости. Да ну нахуй. Водохранилище требуется детали. Что, давайте тоже металлоломщики сделаем прямо сейчас, почему нет? Три детали. Давай сделаем, да? Так, хорошо, увидел. Три есть. Давай самый ближайший пока сюда съездим. Блять, тут на чужую территорию нужно будет хуячить, да? Это, конечно, не хотелось бы. Ну как, это брюхорезовская территория, но еще не разведанная. Лагерь... Так, топливный перевалочный пункт. Сложность 3. Нихуя, такой сложности у нас еще не было. А что так жестко? А что выдают? Что выдают? Нефтяной резервуар. Детальку. 10 лома, 3 эмблемы. Понял тебя. Ну, пока не будем тогда. Пока давайте двигаться по этим. По проектам. Хорошо, хорошо, хорошо. Замечательно. Поехали. Мы построили мастера, а что нам предлагается сделать дальше? Какая у нас основная задача? Поговорить с брюхорезом? Чтобы завоевать брюхореза, доверие брюхореза, Максу нужно доказать свою крутость. Очистить лагерь на территории брюхореза, достигнуть уровень славы ящерицы. Но ящерица у нас уже есть, мы уже водила, а вот очистить лагерь, это можно заняться. Это вот, возможно, он про этот лагерь говорит. Что такое? Смертельная гонка очередная, да? Нет, давай-ка мы проектик сначала сделаем. Так, пока у меня есть возможность, я поставлю все-таки движок посильнее. И шипы, наверное, да? Пока нам не дают как бы необходимость это все снимать. Не вкидывают наклейки. Наклейки есть даже, ни хрена себе. Пылающий череп. Ну-ка, как посмотреть? О, съебать! А я хочу такую хуйню. Это круто. Прикрепить наклейку для шедевра пылающий череп. А чё я раньше такого не видел? Раньше не было таких улучшений? Ебать, смотрите, какая мощная хуйня. А ну-ка, давай такую посмотрим. Блин, вообще интересно. Вообще, смотрите. Мощно, мощно.
И можно любую поставить. Глаз. Знак Великой Белизны, знак его дома. Шедевр будет честью нести на себе этот символ. Крещённое оружие. Знак силы на шедевре будет вселять страх в сердца его врагов. Бля. Нормально, нормально. Но это пока не будем, но потом займемся обязательно этим. Так, таранная решетка новая доступна. Удар. Двойной удар. Так, таранная решетка, эти недоступны, понял тебя. Красочку чё? Да давайте на ржавой поездим, в принципе, чё. Да, с этими кусками защитного металла, типа, оно еще страшнее выглядит. Машина у нас вообще пиздец. Ну давайте, ладно, давайте поставим какую-нибудь. Сейчас я хочу сначала... Сначала краску поставить вот такую. И теперь можно какие-нибудь попробовать наклеечки посмотреть. Ага, вот так вот. Этот. В принципе, они везде одинаково выглядят, да, что на этом... Что на этой краске, что на обычной ржавчине, ну, стандартной. В принципе, примерно одинаково это все выглядит. Черепа. Одинокий череп. Эта деталь только подчеркивает естественную красоту шедевра. Ну да, согласен, неплохо. Смотрите, какая. Двойной поршень. Это мне больше всего нравится, святой. Наклейка для шедевра, двойной поршень. На. Большая шестерня. Или шедевра живет душа воина, и он заслуживает право носить на себе такой символ. Тоже можно. Глаз. Взгляни в его глаз, и ты увидишь его душу. Пропеллер. Скрещенное оружие. Понял тебя. Сейчас какой-нибудь выберем. Двойной поршень. Крепа. Гаечный ключ. Праведное украшение для шедевра. Оно ему идет. Ну да. Вот либо гаечный ключ давайте, либо вот этот вот. Какой же выбрать? Давай вот этот. Ух ты. Приобрести за 10 единичек лома. Мертвая белизна. Искрящийся хром. Застарелая ржавчина. Блин, это еще цвет можно выбрать. Голубое небо, зеленый ил, красный излом. Я не знаю, ребят. А как посмотреть? Голубое небо. Красный излом. Искрящийся хром. Давай желтый контейнер, наверное. Во. Нормалек. А мы можем теперь цвет другой выбрать? Можем. Давай все посмотрим. Смотрите, вот такая классика. Ржавчина, давай посмотрим. Ох ты как, блядь. Мертвая белизна, давай посмотрим. Ох, ярко, очень ярко. Серый камень, давай посмотрим. Это же все не тратит мне ломик, да? Вроде бы нет. Черный деготь. Голубое небо. Довольно яркие цвета, интересно выглядит это все. Красненький. Не, ну красный не идет сюда абсолютно. И розовый сюда абсолютно не идет. Давайте поставим мертвая белизна. Да. Вот, вот так вот мне... Ух ты какая, смотрите, а. Да. Мощно. Обнаружен маршрут конвоя, но нам не за конвоем, нам сейчас за проектом надо ехать. Красиво машинка стала выглядеть. Чуваки, вы хотите мне помешать, да? Ну попробуйте. Ты бессмертный? Как он запрыгнул, если у нас шипы? Ах ты сволочь, ебаная. Как он запрыгнул-то на шипы, я не понимаю. Зачем мы их сделали поставить, если они не работают? Оружку нашли. Серия попаданий. Новый рекорд. Хорошо.
Забрать детали для проекта. Металлоломщики, отлично. Детали для проектов. Здесь похавать. Давай похаваем. Съешьте не менее 6 банок еды. Давай, Максим. Водила уровень 2, и у нас 11 очков есть. Имеется. Хорошо, хорошо. Водичку здесь... Не найти водичку? Мне бы водичку. Хорошо, отлично. Тогда поехали дальше, к следующему местонахождению проекта. Так, здесь место поживы на сотку. Давай карту. Следующее у нас находится... вот там вот далеко. Потом поедем за той. А поближе нету? Случайно нигде? Откуда нет? Зловеще. Сам песок здесь шепчет об опасности, что таятся впереди. Посмотри на нашу машину, блять. Это мы опасность. Мы есть сама опасность. Бля, как внушительно выглядит вообще. Мне нравится. Симпатично. Отлично. По пути просто ломаем эти штуки. Может быть, не белого цвета или белого оставить? Я пока не знаю, не определился. Давай попробуем, может быть. Может быть, попробуем другого цвета наклеечку сделать. Ржавчина, например. Вот так, давай попробуем. Вот так тоже прикольно. Новый враг задира. Ох, какая. Мы та сила, которая не позволит кому-то отобрать нефть у шлема. Для захвата нефтяных скважин было построено несколько лагерей, обитатели которых также занимались захватом товаров и другой добычи. Эти лагеря охраняют патрули, снайперы и минные поля, а транспортные колонны постоянно перевозят нефть и топливо в Гастаун. Транспорт задира возит среднее количество сырой нефти от скважин в Гастаун, обратно возвращается с бензином для машин. Грузовики – легкая добыча, только сначала расправьтесь с теми, кто их охраняет. Не, нам с металлоломом больше нравится. Пока не поедем за ним. О, здорово, чуваки. Как дела? Поехали. Поехали со мной. Искать детали для проекта металлоломщики. Так, одну секунду. Что, все еще за нами едет? Давай, отдыхай. Так, там место поживы с водой. Предлагаю заехать. У нас неполная фляжка. Давай сюда. Шикарно. Тех троих. Замечательно. И у всех есть лутецкий. Хорошо. А где вода? Боезапас полон. А где водичка у вас? Что-то я тут видел, что здесь водичка. А, вон там вот. Хорошо. Давай-ка заправимся. Давно не заправлялись. А, бензина-то совсем и нет. Хреново. Блять, Макс, ты что делаешь? Взял, шмальнул. Я просто хотел выбросить канистру. Давай тогда патронов соберем. И теперь нужно собрать водичку. Наполнить фляжку. Давай. Шикарно. Можно двигаться дальше. Давай попробуем, может быть. Перекамень. Такой поскромнее. Либо черный. Желтый мы смотрели. Ну, как-то хер знает. Искрящийся хром давай оставим. Да, вот такой вот. Угу.
Вот такую оставим. Она прям сияет. Хромом, короче, покрыли вообще. Вот такой, такой мне нравится, да. Блин, какая красивая стала тачка. Отлично, едем на задание. Предлагаю маленечко срезать. Машинки явно от этого не круто. Спасибо, она нам за это не скажет. Так, здесь проблемки. Пацаны, как жизнь? Мне бы гарпун прокачать, а я могу это сделать? То мне постоянно намекают, что гарпун на бампер, на колпак. Требование дополнительной возвратной пружины. Нет, только уменьшает время перезарядки. А где искать эти возвратные пружины? Расскажите ко мне. Чуваки, вам вода нужна, я вам помогу. Я так ослабла, больше не могу. Опять девчуля хочет пить. Дай воды, держи. Пей. Давай. Вода? Мне? У меня не хватит сил, чтобы унести отсюда сокровища. А вот ты сможешь. А, они нам подсказывают, типа, где искать Лутецкий. Давайте, держитесь. Тачку быстро. Огненный налетчик. Огнемет сожжет дотла все, что полезет на... в нашу сторону. Огнеметные налетчики поджигают врага из огнемета, который всегда при них. Старайтесь не попадать под струю пламени, желательно также защитить шедевр с помощью огнеупорной красной грунтовки. Так, а как это сделать? Чтобы быстро избавиться от врага, цельтесь в топливный бак. Огнеупорная красная грунтовка, это... Где такую взять? Блять, заебошили всех, ну... Виньи, блять, не дает мне добрые дела делать в этой игре. Оторвемся, я думаю, легко. У нас улучшенный V6 под капотом. А у них еще пара огнеметов. Таранная решетка. Ах ты, падаль. Отдыхай. Так, походу оторваться мы не успеем, да? Надо валить. Давай попробуем разобраться. Но вы не сможете. Давайте слезайте. Слезайте, говорю. Не получится. Бесперспективняк. Так, один допер, что не получится. Остальные тоже доперли. Чё, сука, блядь? Стоило на меня нападать? Стоило? Ублюдки. Стоило это того? На нахуй. Мразина. Все, Макс. Тише, тише. Успокойся. Огнемет, да? Понятно. Хорошо, мы приехали на какую-то пустошь, в пустоши. Пустырь. Блять. Сука, это те, которые сальтухи умеют. Я их боюсь. Блять. Пиздец, вы страшные, чуваки. Чё они там ели? А, все? Уклонение. Ужас. Где последний? Сюда иди. Ох, блядь. Нормально. Чё вы тут ели, уёбки? У, блядь. Чё не жрали?
Старик, помнишь этого парня? Бедолагу пришпилили к стене. И он там так и висит. Ха-ха. Я в свое время тоже козлов мочил, но все равно это потом, по-моему, перебор. Semper Fi Lux. Перебор — это еще цветочки по нынешним временам. Хорошо, металлолом. Макс, тебе как в этой хуйне всей дышится вообще? Как ты тут находишься? Металлоломщики, замечательно. Место поживы 100%. А время отсюда уезжать. Так, уехать просто так мне не дадут, да, судя по всему. Они еще, сука, бесшумные, это пугает. Бля, вас много. Пацаны. Что вы хотите? Что еще? Блять, сальто в меня сделал. Он в меня сделал сальто, падла. Отдыхай. Паскуды. Не надо на меня нападать, не связывайтесь со мной. Я страшный и опасный, я вам не друг. Перепопадание. Еще, может, разбомбим, типа, все тачки, которые здесь есть? У нас есть канистра вроде, да? Вроде да. Давай сюда. Мне так не выйдет. Я тебя понял. Хорошо. Ну, чисто металлоломчик пособирать. Ради прикола. Одурачим их. Да незачем. Давай сейчас все тачки здесь запаркуем. Вражеские машины. Вернитесь на эту машину в крепость, чтобы добавить ее к своей коллекции. Да не, я не хочу. Я их просто разъебу ради металлоломчика. Так, здесь лутецкий, который не берется почему-то. Я тебя понял. Красиво здесь, зараза. Красивое место. Спокойное такое. Не та ли самая эта безмолвная равнина, о которой так долго говорил Макс? Так, а как огнеметом жечь? А мы сможем, типа, вот так вот это сделать? Можем. Ничего себе. Давай попробуем. Ебать. Охуеть. Как быстро они уничтожаются. Я тоже себе такую хуйню хочу. Ну, типа, на свою машину. Я бы не отказался. Так, патрончик потратим один, да? Ой, блядь, Максим. Ты ж ты неаккуратный такой. То не получается, да, ее разломать. Ай. Давай с помощью шедевра. А мы себе сможем такую хрень поставить? Вот меня вот это вопрос интересует. Я бы с радостью, на самом деле. Отлично, плюс выпала одна канистрочка, может быть, подзаправимся заодно. Так, пока это все горит, давайте заправляться будем. Что-то по бензину пока непонятно. Заправить, заправь. Угу. Теперь полный. Отдыхай. Так, и здесь тачка резнулась, да?
То есть она как бы... Тут сколько будет появляться? Бесконечный источник лома нашли. Можно... Можно фармить... Ну-ка. Посмотрим. Ну да, ну ладно, весь лом не будем собирать, тем более у нас, если я не ошибаюсь, есть проект, который... Нам дает возможность не собирать этот лом весь с поверженных машин. Это будут делать наши союзники. Хорошо. Поговорите с жителем пустоши, помогите ему выполнить задание. Заломик? Конечно, давай. Почему нет? Давай заедем. Как туда добраться? Быстрое перемещение можно? Можно. А давай. А, не можно, нельзя. А когда ехать-то? Ну, отметили вроде бы. Ладно. Потом за третьей деталью металлоломщиков поедем. Очень кайфую от путешествий в этой игре. От таких покатушек. И по выполнение попутных заданий, попутных основному сюжету, прям вообще мне очень нравится. И машина ревет вообще, как резаная. Я себя не слышу. Что ж будет, когда мы восьмицилиндровый мотор туда поставим? Ребята, вопрос. И поставим ли вообще? Обнаружен маршрут конвоя. Ну, можем захватить, если попадется. И если получится у нас это быстро сделать. Попался. А, нет, это не конвой, это чисто так. Залетные пацаны. Нет, тогда не будем. Я лучше вот сюда дальше проеду. Так, здесь где-то житель пустоши. Не-не-не, чуваки, выходите. Вы мне мешаете выполнять задание. Выходите из машины. Вы арестованы. Бля. Ты арестован, мудила. Бля, мы не можем вот эту машину типа привезти в гараж, снять с нее таранку и повесить на свою такую же. Посмотрите, у них двигатели какие. Мы не можем двигатель такой себе поставить мощный. Я бы хотел. Ладно. Это, наверное, было бы слишком просто. Что у нас здесь за задание? Погнали, проверим. У нас жестянка подгонит машину сюда. Привет. Эй, не высовывайся. Вон там засел стрелок. Если не хочешь, чтобы в твоем автомобиле появилась куча дырок, прихлопни этого жучилу. Ну, попробовать. Почему нет? Трофей. В районе засел снайпер, стреляющий во всех, кто приближается к нему. Найдите и уничтожьте его. Награда трофеи. Ликвидируйте снайпера. Я тебя вижу. Мы к тебе в гости едем, брат. Это ты меня выцеливал, да? Отдыхай. А это кто стоит? Братан, а ты что забыл там? А
А, идиоты, блин. Что дальше? Вернуться к этой женщине, да, за трофеями? Давай. Или нет? Я убил стрелка. Где мои приколы? Не дашь? Не до конца понимаю, как это работает, ребят. Было бы логично, если бы он что-то охранял, но ведь он там ничего не охранял. Он просто один голый стоял на этом. На скале чистом. Давайте поехали за деталью для проекта металлоломщики. Хотя здесь вот у нас опять пункт воздушной разведки. Можно было бы, блин, заехать, открыть. Ну ладно, давайте лучше вот тот откроем. Вот этот. Там посмотрим. Этот пока трогать не будем. Постепенно будем все открывать. Не кусками. Хотя можно было бы, если рядом, бы не заехать, да? Ну не знаю, ребят, не знаю. Давайте, ладно. Откроем. Пункт воздушной разведки. Кто по мне шмаляет? Что, я тебя увидел, падла. Съесть чер... Бля, нет, Макс, я хотел обратно в тачку вернуться. Зачем ты опять жрешь эту хуйню? Братан. Ебать, пробил. И нахуй, блядь. Еще поедим, Макс, или уже не хочешь? Уже весь аппетит пропал, да? Кто-то едет, конвой едет. Ладушки. Реликвия прошлого. Ох, какие. Друзья. Хорошо, что мы с тобой вчера повидались, брат. Вот снимок, о котором я говорил. Рони косит под зомби. 3 года назад это было абсолютно нормально, а если сейчас в таком виде заявиться в бар, тебя пристрелят на месте. Слишком много развелось болезней, вирусов и всякой херни. Люди и правда готовятся к нашествию зомби. Ладно, до встречи. Макс это комментировать никак не хочется. Тут место поживы 100%. Осталось забраться наверх и взлететь на воздушном шаре. А как это сделать? Как же мне забраться наверх? Не до конца понимаю. А, теперь понимаю. Давай. Давай, давай, давай. Что здесь? Патроны. Это хорошо. Не зря зашли. Так, полетели. Кончился бензин, я тебя понял. Бензин видели внизу. Заправляй. Ой, Макс, оружие сбитое, конечно, вообще ужас. Полезли. Нужно уничтожить провода. Блять, ну сука, так сложно-то, а? Все. Вот эти что ли провода? Я просто как по пути, типа, это решил открыть. А тут мне, блять, говорят, выполняй это. Не хочу. Давай по-быстренькому сейчас. Там нельзя останавливаться. Мне кажется, это надо было на старте уже подумать о том, что это вся тема. Все провода разрушить, да? Угу.
Еще один. Теперь сможешь подняться? Теперь сможет. Вихрь какой-то начинается, да? Можем пересидеть тут. А чё, собственно? Видишь, мы избранные. Полетели давай. Сейчас, ребят, по-быстрому территорию осмотрим и дальше уже почешем до проекта металлоломщики. Грохотау. Открыт новый регион. Ну и название. Это остров. Старый корабль, под завязку набит оружием. Где? Остров, старый корабль. Лагерь с нефтяными насосами, сложность 3. Хорошо. Понял тебя. Снайпер. Смертельная гонка. Что-то здесь имеется, да. Лагерь один есть. По краю бездны. Смертельная гонка. Ломик. Угу. Так, не все посмотрели еще. Давайте еще посмотрим. Лагерь главаря, сложность 4. Самые страшные места за пределами Гастауна. Такие укрепления защищают нефтяные лагеря шлема. Так, это уже интересно, это уже интересно. Лагерь нам нужен. Непрочный пугало. Там что, прочный пугало? Хорошо. Непрочный пугало. Еще что-то открыли. Замечательно. Ух ты. Так, победить главаря по имени Кишкодав и забрать его раскраску. Реликвия прошлого, эмблема лом. Можно наведаться на самом деле. Тем более, что недалеко. Главное нам там выжить. Если мы там выживем, потом доехать и забрать проект. Ну что же, давайте съездим, наверное. Еще не все посмотрели, да? Так, внизу ничего нету. Один из конвоев шлема. Вот там вот еще что-то видел. Да. Укрепленный пугалом. Хорошо, давай спускаться потихоньку. Полетели вниз. Ух ты, уже топливо заканчивается. Блин. Воздушный шар. Что, ребят, думаете, поехать в лагерь сейчас или пока что не стоит? Вроде машинка у меня прокачалась, Макс тоже у меня прокачанный. Надо вот эти машинки доломать. И, ну, чтобы с них ломик собирался. По-хорошему бы. Вкус победы сладок, но нужно сохранить бдительность. Отдыхай. Есть. Хорош. Нужно прокачивать таранную решетку, я думаю, ребят. Хорошо, ломик, по идее, должен залутаться сам. Но это по идее. Так, ну что, сложность 4, очень сложно. А давайте перед тем, как туда ехать, прокачаем, может быть, Макса. У нас тут новое доступно.
Молотилка. Эти штуки очень даже ничего. Увеличение урона с его кулаками 30%. Можно. Куртка новая недоступна пока, да? Пока нет. Патронтаж. Нормальный патронтаж сойдет. Патронтаж оборванца. Увеличение количества боеприпасов и заточек, которые вы можете носить с собой. Дробовые патроны 5, винтовочные 10, наконечники для грампуна 10, заточки 3. Отлично. Хорошо. Новая внешность. Краска на лице. На лице у Макса нанесена цветная гоночная раскраска. Ой. Не, страшило. Давайте классического пока оставим. Длинные бороды и волоса. Длинные бороды и волоса. Улучшенный дробовик. Вот это меня интересует. Трехствольный дробовик. Дайте мне 3 выстрела без перезарядки, и я разделаюсь с любым врагом. С добавлением 3-го ствола сокращается время, затрачиваемое на перезарядку. Урон от отдельных выстрелов увеличивается на 25%. Давайте прокачаем. Трехствольный дробовик. Ничего себе. Так, и новые у нас доступны улучшения. Контратака. Контратака, позволяющая обезоружить вооруженного врага после идеального... Да что такое, блядь? После идеального парирования. Выход из захвата с заточкой. Освобождение из захвата с помощью заточки деморализует соседних врагов. Это можно. Добивание заточкой у стены. Это тоже можно. Добивание холодным оружием. Контратака, позволяющая обезоружить. Это мне нравится. Это интересно. Это можно. Хорошо, очень сильно просело у нас количество металлолома. Сильно тратить до конца не будем, все. Поедем, давайте. Попробуем захватить этот лагерь. Попробуем. Конечно. Не уверен, что смогу. Но надеюсь, что смогу. А что здесь металлоломчик чисто на этих лежит? Так, нам туда, в ту сторону. Машины, конечно, у нас кайф. А может быть, попробуем чисто по приколу новый кузов поставить? Ну, либо какой-нибудь старенький. Вот на таком, может быть, погоняем чисто по интересу. Или вот этот вот, например. Или тот покруче будет. Давай на таком. Ой, ну не, как-то слишком. Давайте вернемся к прошлому. Furnace. Не, вот к такому давай вернемся. Это по свирепее немножко выглядит. Отряд отморозков. Хорошо, я вас понял. Есть. Боковой измельчитель. Боковой измельчитель рвет менее прочные машины в клочья и превращает их в конфетти из стали и алюминия. Если хотите победить такого врага, позаботьтесь о броне для колес и корпуса. Столкновение с боковым измельчителем смертельно опасно. Избегайте этого противника, чтобы защититься от его атак и совершенствовать броню и колпаки. Да, наверное, не будем даже ничего делать с тобой. Почти приехали, зараза. Как же вы мне сейчас сильно не нужны вообще? Ну ладно, давайте повоюем. Что-то оторвать у него можно? Пока защита стоит, видимо, нельзя. А теперь можно. Хорошо, водителя достали. Ох, как он сильно бьет, а? Ужас. Все, раскрошил машину мне. Сволочь. У нас теперь дробовик с 3 стволами. Это мощно. Ай, блядь. Винотина. Вылезай давай. Падаль. Давай вылезай.
Что, не получается, морозина? Отдыхай. Добивание стену. Забираем трофеи. Как раз у нас жестянка уже починил машину. Давай вот эту. Водила уровень 3, повышение уровня. Неплохо. Все, вся броня послетала. А зачем мы ломаем, когда мы можем просто на этой машине сейчас туда заехать? И сделать это будет гораздо безопаснее. Давайте мы так и сделаем. Сработает как прикрытие. Незамечен отморозками. А, это отморозки. Так, а кто у нас вот здесь вот? Фишкодав. Это отморозки или это кто? Давай попробуем на этой машине. Не знаю, получится ли, но давайте попробуем. Чтоб они меня пропустили к себе. Какая там красивая луна, ребята. Блять. Просто посмотрите на эту красоту. Охота сделать скриншот. Так, а можно как-то все убрать, типа? Видимо, нет. Давай вылезем, сфоткаемся. Это по приколу так. Отлично. Незамечен отморозками. Поехали. На фоне красивой луны сфоткались. Что расскажешь? У тебя есть заточка. Слыхал про кишкодава? Это тот, который любит душить людей их же кишками. Ага. Его как-то пытались отлупить щенки, так ему было все нипочем, пока один из них не пришел в ярость и не вмазал ему как следует. Видно, чтобы этого парня побить, нужно очень разозлиться. Понятно. Огромный лагерь расположен в жерле бывшего подводного вулкана. Им руководит главарь Кишкодав, который уязвим к атакам в режиме ярости. Дополнительные сведения, что выключите огнеметные трубы, поднимите по ступени справа, придется много сражаться, забирайте оружие поврежденных врагов, информация добавлена в журнал. Так, лагерь главаря, полигон. Сможем ли мы к этому лагерю без палева подъехать на этой машинке? Давайте попробуем. Если не сможем, в случае чего у нас есть жестянка. Не сможем. Хорошо, я тебя понял. Не сможем, не сможем. Меня так завалят. Давай-ка отступим. Приехал. Все, пересаживаемся. Теперь у нас есть шанс, хоть и слабый. А эту тачку можно бросить пока, я думаю. Так, здесь огнеметы, ни хрена себе. Блять, Макс, да аккуратно езди, ну ёбаный в рот. Ох, как их много, а. Есть. Все, все, остался снайпер.
Блядь, Макс, живи. Защитные рубежи уничтожены. Хорош. Нужно попить воды срочно. Очень мало здоровья. Большестенщик с энтузиазмом ковыряет тачку нашу. Есть. Отлично. Лагерь главаря банды. Полетели. Пешкодав. Я иду за тобой, сука. О, явился мой дружок. Давай поиграем. В старинную игру, где ведущая смерть и похоть. Пишкодав. Режь брюхо, пора кое-кого вздернуть. Красная вот такая у него красочка будет, да? В детстве его звали Собачий Корм. Это имя он ненавидел и поклялся, что изменит его. И по ходу дела станет главарем и наложит лапу на полигон. Он часто душил врагов их собственными кишками, и это стало его отличным отличительным знаком. Когда же он научился делать удавки из вырванных кишок, к нему приклеилось имя Кишкодав. Ты думаешь, твои щенки со мной справятся? Бах, нахуй, руку сломали, ебать. Тыкай, хорош. Давай. Еще одну руку сейчас сломаем. Бам. Отлично. Хочу оружие. Блядь. Чё, сука. Макс два раза в ярость впал. Что за чудовищная сила такая? Собрали ломик. Так, еще группа уёбков, да? Понял тебя. Тут, короче, у нас гладиаторский бой получается. Отдыхай. Получили опять. У меня нет воды, у меня нет очень мало здоровья, нужно очень аккуратно драться. Давай. Бам! Не успел. Здесь успел, хорош. Уворачивайся. Хорош. Фух, был непросто. Со всеми разобрались нормально. Еще не все. Лично закончились. Блять, еще не все. Оружие бери. Зато сколько ломика насобираем сейчас. На, нахуй. Че ты там разбегаешься куда? Падай. Блять, у нас есть дробовик, кстати, на случай чего. Но я хочу его на главаря оставить. Потому что неизвестно, найдем ли мы здоровье еще. Ну, водичку там, туда-сюда. Давай. Ебать, с какой мы толпой деремся. Охуеть. На, нахуй. Давай. Ярость, хорош. Аккуратно. Не попадать. Не попадаться. Тыкай. Есть. Есть. Еще руку сейчас сломаем. Давай, Макс. Отлично, уже вторую башку воткнули. Давай-давай-давай. Упрыгивай, хорош. Блять. Есть. Это жестко. Сколько мы народу уже перевалили? Комбо из 25. Еще что ли? Сколько вас тут будет?
А может быть, мне нужно просто убегать? Идти валить этого кишкодава или... Или мне обязательно всех нужно валить? Давай. Тыкай, хорош. А даже они уже успокоятся. Я уже драться устал. Блять, блять. Держись, Макс. Попался ты чё? Как так? О, своих рубит, мудила. Чё такое? Чё такое, пацаны? Не получается? В десятером. Есть. Хорош. Упрыгиваем. Тыкай. Отлично. Добивай. Добивай. Ладно. Не хочет добивать. Яростное убийство. Собирай заточки, приколы все. Все собирай. Ага, теперь он сам спускается. Начнем наш танец. О, нормально у тебя сисечки закованы. Кайфуешь, да? Блять, Макс, ты чё, куда лутаться? Придурочный. Оружие. Всё, убегай. Воды нет, мне пизда. Хорош, уворачивайся. Давай, 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 давай. И следим за главным. Тут критичное здоровье. Убегаем. Хорош. А он сам же своих врагов валит. Давай. Ух, ебать! Давай, надо постараться не умереть. Блять. Сдохли. Ай, мы каждый раз, когда умираем, у нас отнимается ломик. Блять, без воды туда ехать, конечно, это была, блять, ошибка. Очень сильная. Накосячил. Не справил. Очень сложно. А чё вы хотели? Чё вы ждали? Очень, сука, сложно. А, сколько у тебя ломика осталось? Ну, больше 1000 хотя бы, ладно. Отлично. Давай попробуем еще раз. Долго держался? Воды, сука, нету. Как мне тут? Что делать-то? Здесь где-то можно водичку набрать? Здоровье восстанавливать нельзя. Воду нет. Так, ладушки. Что, еще раз попробовать? Начнем наш танец. Начнем. Ты, сука, блядь, рожа. В одиночку слабо, один на один. Падла. А, недоступно, я понял. На нахуй. Ломай. Бам. Отлично. Давай, 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 давай. Башкой. Хуя себе. Я с тобой, я с тобой.
Я с тобой такое сотворю. Попробуй. Я впал в ярость, братан. А давай отдыхай. Бам, блядь. Еще. Ёбаный стыд. Не дает, он не дает смальнуть, он специально разбегается, падаль. Понял тебя. А ну-ка отсюда. На нахуй. Отдыхай. Вообще ему похуй. Ебать. Бам, блять. Ебать, у нас дробовик стреляет уже залпами целыми. На нахуй, ебать. Макс, ты чё? Ебать, он нам ебучку снес, просто пиздец. Оружия никого еще не осталось. Уже обидно. Давай. Ты воняешь страхом. Ага, блядь. Давай, 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 давай. Дави. Ебать. Охуеть, мы справились. Лагерь главаря, полигон. Пиздец. Лагерь заняли ваши союзники, они будут регулярно поставлять вам партии лома. Ну, один раз сдохли, к сожалению, но чё теперь. Доступна новая раскраска, пламя. Отлично, забрать трофеи. 59 лома. Уровень угрозы понижен. Дробовые патроны 4. Шикарно, шикарно. Куча ломика собрали. Брюхрест готов выдать вам новую миссию за то, что мы ему почистили здесь, да? И еще броня новая доступна. Еп! Это все надо прокачивать. Двигло новое. Колеса. Вот колеса я бы сразу, наверное, поставил. Жуткие протекторы. О, какие. Вот. Подвеска. Увеличит высоту подвеску за счет шасси на 25%. Это не просто улучшение подъем. Это не просто увеличит клиренс, и теперь машина будет ездить без проблем через небольшие препятствия. Давай поставим вот такую, можно пока. Подвесочку получше. Нитрух пока недоступно. Это все понятно. Колпачки тоже пока. Угу. Так, итого, здесь что-то можно пооткрывать, позакрывать. Повернуть вентиль. Что это дает? А, нихера себе, ух ты. Давай здесь все обыщем, соберем. Что это разрушили? Здесь пусто, поднимаемся наверх. Неплохо, неплохо. Вообще. Большое местечко. Здесь, наверное, куча всего найдется интересного. Там кто-то уже сидит, отдыхает. Так, это вскрывается ломиком. Здесь тоже куча металлолома. И здесь. Так, здесь можно патроны собрать. Отлично, заточка плюс. Так, ты что тут отдыхаешь? Здесь есть вода, наконец-то вода. Вот она где была все это время. Ебать, у Макса хлебальник какой. Ушатанный. Досталось ему пиздец. Досталось вообще, смотрите. Бедолага. Реликвия прошлого.
Недавно нашел эту фотку. Не помню, как называлась группа, зато помню, что потом у меня еще месяц в ушах звенело. Раньше мы смеялись, когда нам говорили, рок-н-ролл мертв, а теперь он и правда умер вместе со всем остальным. Они думали, что смогут веселиться вечно. Прям, наверное, везде здесь сейчас побегаю, все это полутаю, поищу. Ломиков много, надо это все собирать. 5 из 8. Это что, вентиль? Что он откроет? Кто-то открыл. Не понимаю, что пока что. Так, и здесь можно сходить сюда. А здесь мы были? Вопрос. А, ну вроде были, да, все обыскали. Хорошо. Другие ворота давай сходим. Ломик еще не весь нашли. Вот здесь есть ворота. Они куда ведут? Конечно же, к ломику. Отлично, собрали весь лом. Не собрали одну реликвию. Ой, точнее, эту эмблему не собрали одну. А где она? Непонятно где. Ладушки. Эмблемку одну. Лагерь заняли ваши союзники, не буду регулярно поставлять вам партию лома. Хорошо. Тогда поехали отсюда сразу до проекта до нашего этого. Че, жестянка, ты где? Как у тебя дела? Пиздец, ты бы знал, через что мне пришлось пройти, чтобы это все захватить. Ну ничего. Подвесочку улучшили. И на том спасибо. Надо бы движок еще получше сделать. Ну ладно. Ух ты! Бам! Как жизнь, пацаны? Что вы тут делали? Отстань. Что там у тебя есть? Keep an eye out. No surprises. Ломик. Неплохо. Что за тачка такая интересная? Это стервятники, да? Похоже на то. Я чисто по приколу сделал. К нам приближается орда воинов. Понимаю. Но они мимо проезжают, им похуй. Или не совсем. Блять, как он дамажит сильно, пиздец. Что ты будешь делать, а, мудак? Иди вот эту тачку мне сломай. Давай. Приближается буря, говорит, ищите укрытие. Ничего себе. Дебил. Вылезай давай. Тачку-то мне сломал ведь. Давай, вылезай. Ебать, буря началась, ребята. Пиздец. Жестянчик надо валить. Так, это что такое? Ну, появлялось. На мини-карте, видите? Это у нас типа лут появляется? Или что? Похоже на то. Буря, чтобы удержать ящик с супертрофеями, вы выстрелите по нему гарпуном.
Внутри ящиков с супертрофеями вы найдете много лома. Как открыть? Как его открыть? Давай посмотрим. Бля, Макс горит. Давай, 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 давай. Хорош, ломик. 100 лома, ебать! 100 лома, ребята, пиздец, как много. Охуеть. Но это смертельно опасно, короче, все, я так думаю, да? Но, типа... Но риск оправдан. По сотке лома каждой единичке. Это, блядь, надо все искать, это надо все добывать обязательно. Главное выжить в этой всей хуйне. Там еще один ящик. Давай. Супер трофей заберем. Бля, как страшно. У меня еще здоровья нету совсем. Надо бы это самое. Давай, 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 догоняй. Догоняй. Хорош. Водички попей. Восстановить здоровье. Воды еще найдем. А вот ящики такие. Не уверен. Бежим. Откапывать. Блять, давай, Макс, держись. Хорош. Еще сотка. Блять. Что случилось? Машину ёбнули, блять. Жестящик, давай ремонтируй. Блять, пиздец. Сейчас помру. Это пиздец, ребята. Вот для чего нужно машину и Макс прокачивать. Блядь, не даю даже подойти, сука. Подойди к машине. Давай, 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 давай. Все, ребят, надо искать укрытие, иначе помрем. Померли нахуй. Ну, что-то успели собрать, что-то успели собрать. Блять, по сотне лома. 3 сотни лома в одном ящике. Это пиздец. Надо прокачивать защиту очень сильно у Макса и ходить такие бури лутать. Очень интересная механика. Очень интересная. Сколько у тебя ломика сохранилось? Бля, ничего не сохранилось, ебаный в рот. Да бля, ну камон, так нечестно, нахуй. Так нечестно. А где мы там спрятаться, блядь, во время бури? Ничего мне не оставили, суки. Я там почти 2000. Ёбки, нахуй. Ай, ладно. Плавься, ангел, ура. Ура, блядь. Столько металлолома мог привезти. А сдох, блядь. С того, что тупо до тачки не смог добраться. Вода есть. Держи. Опять хуйня какая-то едет сюда. Я уже слышу, блядь. Я, наверное, уже все вычистил, но проверить стоит. Кто-то нам подсказку дает, где места с Лутецким есть, да? Так, едем за проектом металлоломщики. Хочу еще в одну бурю попасть. И все залутать. Пока, видимо, не получится. Мы тупо сдохли. Обидно, конечно, обидно. Ну ебать, 3 сотни лома в одном ящике. 3 сотни, это же пиздец.
только даже в лагерях с главарями не дают только такое количество ломика. А как понять, как когда приближается буря, и как мне, типа, воздействовать на это событие? Можно как-то или нет? Видимо, нельзя. Приехали. Берегись, тут боец из Гастауна. Хорошо. Открывай. Ух ты, блядь. Нормально. Что ты делаешь, Макс, блядь? Я хотел его добить за точку, а он начал, короче, коробку эту ломать. На нахуй. Хорош. Эту точку собирай. Лут собирай. Отлично, металлоломщики, проект собран. Замечательно. Родителям. Приходили ополченцы, увели детей. Забрать детей можно на площади. При себе иметь наличку. Интересно. Нашли патроны чуть-чуть. И пора выбираться. Что за звуки? Это от огня звуки. Ладушки. Так, хорошо. Проекты мы собрали. Предлагаю посетить Грифу. Так, посетить Грифу и после этого двигаться в крепость Брюхореза, устанавливать там всю вот эту хуйню. Еще мы очистили лагерь, и нам доступны следующие задания сюжетные. Установили метку, поехали. Так, а ты что так сияешь? Фиолетово-синим. Из-за погоды? Из-за того, что ночное время суток? Непонятно. У меня наклеечки из хрома. Рисуночки. Поэтому как бы... Немножко срежем чуть-чуть. Отдыхай. Победа снова за нами. Ну-ну. Сейчас бы еще конвой остановить. Ох ты, там что такое? Прочный пугало. Укрепленный пугало, нихера себе. Но тараном он разрушается нормально. Конвой сюда едет, ебать. И все пугало защищать. Но за конвоем мы съездим. Давайте съездим за конвоем. Украшение на капот получить. У головного грузовика к капоту прикручен могущественный артефакт. Хорошо бы добыть эту мистическую силу. Попытаемся. Попытаемся. Что, вы пытаетесь ко мне запрыгнуть? Не получится. Отлично, что-то выдернули. Судя по всему, какая-то защита. Так, теперь дробовичок. Не туда, блядь.
Да, стреляй. Бам, есть. Хорош. Теперь можно вылезать, а то сейчас тачку мне убьют. Выпрыгивай. Отдыхайте. Камнями бросаются, суки. Металлолом. Установить это украшение. Давай сзади, наверное. Или спереди. А что он дает? Давай пока просто заберем. Камнями бросаются. А оружия у вас нет, чуваки? Она. Мудила. Ох, у них оружие, блядь. Я тоже сейчас возьму. Вот эту штучку. Его погнали махаться. Давай, отдыхай. На нахуй. Падлы. Давай, втыкай. Бам, отлично. Хорош кидаться. Давайте драться. Бам. Чё ты, сука, делаешь? Иди сюда, блядь. Кто еще там? Есть. Отлично, вот с конвоем и разобрались. Самое главное, главную машину ёбнуть, а потом они повыходят сами. Хорошо, что дальше? Предлагаю ёбнуть машины все. Ложить их все вместе. Все тачки вместе сложить и взорвать их канистрой. Это будет отличным решением. А где наша машинка? Вопрос. А где же наш великолепный... А, вон стоит. Вражеская машина. О, вот этот прикольный. Да не, наверное, все ёбнем, все взорвем. Париться ты. Хорош. Тебя взорвем. Только будет у нас ломик вообще до жопы. Взять канистру. Давай. Поджигаем, бросаем. Есть. Отлично. Не все разрушились, кстати. А бенз нигде не выпал. Тервятники, они сотрут наш порошок. Да, мне похуй. Ничего они не сделают. Ебались. Испугались. Макса. Пусто. Это ты что, какую-то эту проверил, что ли? Канистру пустую. А еще одной канистры у нас нету, да? Я тебя понял. Приехали мудаки. Давай разберемся с вами тоже. Без проблем. Полетели. Нет, что стервятники, что эти, короче, что шлемовские, вообще похуй. Отдыхай, мудила. О, вот эта тачка прикольная. Это которая с минами, ебать. Вот это нам точно нужна, ее бы я отвез. Смотри, сейчас нормально все машины разберем. Вообще отлично. Давай-ка еще разочек.
Хорош. Уничтожь одну машину с помощью взрыва ударника. Рекордос. Любыми способами уничтожьте машину с стервятником. Да, вот эту тачку я заберу по-любому. Она мне нравится. На ней будем выезжать за конвоями. На этой машине. Крутая. Да и просто покататься приятно будет. Так, собираем весь все остатки ломика. И поехали тогда. Так, а куда мы едем? Мы едем к брюхорезу. Точно. Да, ведь никуда больше заезжать не будем. А нахуй. Так, жестянка тут справится, если что, один. А это бесконечная способность, да? Я так понимаю. Похоже на том. Хорош. Вообще классная вещь. Вообще мне нравится. А как к этому отнесется брюхорез, если мы на машине стервятников поедем к нему к воротам? Бам. Отлично. Что, еще один конвой? Как раз, кстати. Чуваки, у меня для вас есть приколы. Ебать! Давай, давай, попробуй. Попробуй, запрыгни давай на шипастую тачку. Еще один конвой сразу, смотрите. Охуительно. Бля, на этой тачке только конвои останавливать вообще. Отлично. Давай, давай, запрыгни, попробуй. Сможешь ты? Давай. Есть. Уничтожили всех. Охуеть. Одной машинкой. Я хочу в свой шедевр тоже, возможно, сбрасывать мины. Это вообще топ. Ебать, как много. И все сейчас соберем. Это что, следы от мин? Остатки. Украшение на капот. Ебать. Нет, пока просто прихвати. Пока устанавливать никуда не будем. Куча металлолома. Шикарно. Ну это все так-то должны, видите, наши союзники собирать. Но я по привычке не могу. Не могу самостоятельно не собрать. Отлично, уже два конвоя разобрали. Поехали к этому, к брюхорезу. Порежем ему брюхо. Бля, тачка вообще ебучая. Вообще. Очень круто будет добавить ее в твою коллекцию. Замечен стервятниками? В смысле замечен? Не замечен. Я тебя понял. Так, нет, сюда нам не надо. Нам по дороге надо. По-человечески. Кстати, бензин заканчивается. Давай, дай сюда. Блин, ну крутая вещь. Я так понимаю, здесь в пустоши самые жесткие ребята — это стервятники. Как раз таки, да, у них вон машины. Как умеют, типа, шипастые все. Я столько шипов на свою не смогу поставить. А они как-то могут. Да и на захват лагерей можно тоже на этой тачке ездить. Чисто минами, короче, всех взрывать. У них же она бесконечная вроде бы, у этой машинки. Новый транспорт. Отлично. Замечательно. Можно организовать команду металлоломщик. Конечно, побежали, побежали. Я не против. Я даже за. А парашюфизм нас не интересует.
А вот металлоломщики сделаем. Большая услуга брюхореза. Завершите два проекта в крепости брюхореза. Хорошо. Пока игра выключена, автоматически проводится сбор лома. Замечательно. Замечательно. Так, дальше предлагаю поговорить с самим брюхорезом. Приступить к следующему заданию. Или займемся этим уже в следующей серии. Всем спасибо, пацаны, ребята, девчата. Это был Безумный Макс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте все, что нужно. Увидимся в следующих видео. До новых встреч.